Праздничные концерты и народные гуляния идут сегодня по всей стране. В некоторых регионах центральные улицы города превратились в пешеходные зоны в связи с массовыми шествиями. В Орле же отмечать День России начали в 12 дня в городском парке небольшим концертом. Хотя заявляли красочное театрализованное представление с императором Петром I, но зрители его так и не увидели. Концертную программу по каким-то причинам изменили. А между тем, фигура это много значит для России и русского народа. Преобразование Петра. Мне, например, очень нравится в истории. Он же нашу Россию из ямы вытащил. Это было великолепно и здорово, я не знаю. Стало больше университетов появляться. Больше вот развития народа стало. Благодаря ему Петру Первому, 18 век. А сейчас? Ну, сейчас уже. Наша страна имеет за плечами такую историю, которой позавидуют многие страны. К сожалению, историю эту знают далеко не все. Когда был расцвет России? Ой, господи, не знаю. Не знаю. Ну, по крайней мере, на том протяжении жизни, в которой я живу, я не помню таких моментов. Когда был расцвет? Да, когда расцвет был. Все время только все падаем ниже и ниже. Даже не помню. Мне кажется, 80-е годы. О, господи, это сложный вопрос. После 90-х. Как раз после 91 года, после августа, когда вступили в права не СССР, а уже Россия была, тогда у нас уже, я думаю, все пошло. Когда был расцвет России вот за всю историю нашей страны? Сегодня. Почему? Ну, потому что я пьяный. Молодой праздник День России у большинства россиян не вызывает никаких патриотических эмоций. Многие и вовсе воспринимают 12 июня как лишний выходной, но не все. Мне нравится этот праздник. Нет, это не просто выходной. Для меня этот праздник как напоминание еще раз, что мы русские люди, и мы должны друг друга понимать и поддерживать. Значит, это многое для России, но не для граждан. И что для вас значит этот день? Ну, не знаю. Что он значит, не знаю даже. Праздник новый, как-то еще непонятно. Наверное, люди не понимают, что такое. А вы понимаете? Ну, День России, было бы неплохо. Неплохо, потому что такой праздник есть, я думаю. Это День России, что для вас значит этот день? Наша страна хорошая. В городском и детском парке родителей и детей чуть больше, чем в обычные выходные. Символика России далеко не у каждого. То, что город к национальному празднику должно не украшен, орловчане и гости заметили. Трамвай, конечно, ездит с флажками. Вот, а так вот пока что такого ощущения праздника нет. Флагов я особо не видела. Можно было украсить бы еще ленточками, растяжки повесить между домов, как бы было бы намного красивее. В детском парке идет подготовка к вечернему концерту. Молодежь заполнила пустые пространства патриотическими граффити. Кстати, за это и получила призы. Завершится День России праздничным салютом в 10 вечера. Кстати, нынешнее воскресенье оказалось праздником и по церковному календарю. Это День Святой Троицы.